Здравствуйте, комиссар на победу. Обзор у нас на планшет Huawei по состоянию. Значит, на экране у нас имеются царапки небольшие. Видно очень хорошо при освещении. На работу никак не влияют. По корпусу также есть небольшие дефекты в виде царапин. Тут небольшой скол. На экране его нет. Просто пластик отвалился. В целом, больше нареканий нет по планшету. Заряжается от обычного microUSB. МТС-симку вставили. Увидел. Звук. По памяти у нас 32. К сожалению, флешки у нас вообще никакой нету, чтобы вставить, проверить. Поэтому, если на филиал придете, лучше с собой возьмите флешку. Аккаунтов нету. И информация о системе. Медиапад Т5. 8 Android. 3 оперативки. 32 своей памяти. Беспроводные сети. Такие как Wi-Fi, Bluetooth. Полностью работают исправно. Основная камера и фронтальная работают. Соответственно, планшет полностью в рабочем состоянии, довольно-таки шустрый. К сожалению, флешки нет. Берите с собой, на филиале все проверим. Если устроит, приобретете.